Сейчас тут козлов поставлю. Смирно. Да, собака. Да, я тебя переложу. Тик-тик-тик. Вот это вот 100 на 100, а у нас перекрытие 100 на 200 дома. Ну как бы одному, ну это 4,80, а там у нас были 6-метровые. Ну да, было тяжелее намного. Смотри, это может быть была елка сейчас. Ну да, это потяжелее. Там, наверное, была елочка только что. А вот сосна, она как-то даже и больше впитала, наверное, эту самую. Тут какая-то даже и как будто импрегнация. Или на солнышке подпалилась. Такая интересная. Что, смогу ли я вообще ее через фуганок прогнать? Да, такая работа мне не очень нравится. Такая пыльная работенка. Это немножко чуть-чуть больше потрескано. Надо будет отобрать покрасивее на стойке. Окей. Ти-ти-ти-ти-ти. Ну что, 3-метровые, теперь осталось начать как-то их шлифовать. Не знаю, как у меня это получится. Попробую. Вообще, надо ли мне их шлифовать? Или может вообще лепестковую взять? Просто так пробежаться, чтобы... Thank you.
Ну да, здесь, допустим, маленький отрезочек такой коры. Ладно, это и надо по-любому будет стереть. Вот такие места, как бы навес, чтобы... Может, я пробегу этот просто чисто по углам. Даже не знаю, вот как начну, так, блин, начну все шлифовывать. Здесь краешек такой отшелушивается. Да. Но этот надо прогнать. Все-таки столб будет стоять в таком видном месте, столбы. Сейчас как начну пылить. Да, отбирали очень все ровные, но некоторые попали все равно такие. Чуть-чуть такая геометрия, ну, чуть-чуть крученая. Но у меня еще некоторые будут, у меня будут как стоять лаги, вот эти вот, не лаги, а стропы, стропилы. И у меня будет для ребра жесткости, я тоже буду вкручивать, ну, вставлять между ними. Так что этот пойдет у меня, наверное, распил в промежутках. Да, так в основном они все должны были, по идее. Так, это тоже как будто кривоватый. А, вот этот вот нормальный. Да, надо будет отбирать еще. А, и да, помню, был немножко один такой кривоватый вообще. Но посмотрим, посмотрим.
чтобы меньше вибрации было. Ну я так пробегаюсь, чтобы не было вот этих всех больших ворсинок. В общем, да, нет у меня тут такой цели, чтобы там прямо занос, чтобы не было, там идеально гладко. Чисто так пробежался. Ну, в принципе, даже рукой чувствуется, что она такая более гладкая. Ну, вот у этого видно, она такая темная сторона, она не видно, что совсем немножко я снимаю. Да, ну, тем более это что это стропила, ерунда. Как я уже, наверное, третий раз уже говорю, что да, столбы главное. Вот эти столбы, да, будет у меня фуганком. Будет идеальникс. Может, немножко уголки тоже пробегусь флексиком. Чтобы были чуть-чуть закругленные уголки. Сильно не буду там замудрять, слишком закруглять. Нет у меня такой цели. Только чуть-чуть. Отшлифовал я 10 уже стропил. Так как флексом очень долго работать нельзя. В принципе, даже уже, ну, чувствуется, кончики пальцев такие не имеют, как бы немножко такие, как вибрации, такие даже когда дотрагиваешься так вот до чего-то. Ну, да, по технике безопасности там даже есть нормы какие-то, сколько можно работать с каждым виброинструментом. Да. Да, 10 штук я отшлифовал, 11 штук осталось. И пойду смонтирую видосик для вас. Выпущу этот видос для вас. Заодно руки отдохнут. Надо будет немножко мне продуться воздухом. Весь в такой пылище. Сейчас покажу. Весь в этой стружке. Да, две неприятные вещи вот в этой вот в этой работе. Это вибрация. И вот это пылище. А так прикольно, как бы, satisfaction, удовлетворение. Так жук-жук шлифуешь, так видишь, как вот меняется структура там. Да. Так же самое, когда и покраска тоже так, когда пшикаешь. Муха, блин, мухи эти задолбали. Да, когда краска тоже пшикаешь, так видишь, так меняется цвет такой. А вот этим, когда я буду красить, не знаю, спреем или валиком буду красить, посмотрим. Он сначала красишь, он как бы такой непонятный такой какой-то, просто светленький какой-то. Ну просто как бы, когда, как типа как будто мокрый становится. А потом он когда постоит, высыхает, он такой темный-темный становится. Ну вы, может, видели ворота мои, они тоже такие темные. Все, еще раз всем пока, пошел монтировать.